И вот за что я не люблю эту интеллигенцию, а? Вот именно за глупость и беспринципность. Какой еще уважающий себя умный мужчина позволит так себя вести с женщиной, с которой он только что переспал на полу лаборатории? А вот он! Явился, профессор Катастрофа! К вам курьер с важным посланием. Говорит, что только лично в руки. О. Я сегодня никого не принимаю. Хотя нет, Леночка, зовите. Здравствуйте. Вот, просили передать лично в руки. Прекрасно. Прекрасно. Оля, Оля, умоляю тебя, руки, Оля, руки! У тебя завтра реклама ювелирки. Передайте, пожалуйста, адресату. Мне сказали, что вы так сделаете. Поэтому... Вот. Это я сам. Молодой человек, если в вашей симпатичной сумочке есть еще 98 таких дисков, пожалуйста, сломайте их сами. Спасибо. Да. И сделайте так, чтобы вас здесь больше не было, хорошо? Хорошо.